Итак, нас ждет конкурс чиптун музыки. Чиптун музыка forever, так сказать. Я хочу, чтобы все было замечательно, и поэтому переключимся на компу-машину. Первая работа называется Call. И она выполнена на платформе, которая начинается на букву А. Да. Так, итак, значит, для этого нужен нам OpenMPT. Я вообще ничего не вижу опять. Давай по порядку. Так, да, будем по порядку. Итак, конкурсы. Чиптюн. Ну, кто-нибудь вообще видит? Слушай, а можно сделать самый изображение? Чиптюн. Самый верхний чиптюн, да. Жаль, никто не знает, как это сделать. Сева. Так, 703. Ты видишь отсюда? Да, блин. Так, давай, все, значит, запустим. Нет, это Амига. Это не Амстрад, Амига. Амига! Ну, разрешение нужно, пока разрешение. Пока. Ну, немногим лучше, но стало лучше. Да. Спасибо, Зум. Да, четырехканальный трек. Я надеюсь, мы можем за него проголосовать. Так, мне тут подсказывают, что мы совершили небольшую ошибку. Мы не начали таймер, не запустили таймер, когда началась работа. Но я вижу его на экране теперь. Да, великолепный трек, 3 минуты он отыграл. Мы вынуждены его зафейдить немножечко. Вот такой вот у нас фейд. Мы переходим к демонстрации второй работы. Вторая работа выполнена на платформе... На платформе какой? LSDJ. LSDJ — это, насколько я помню, Game Boy.
Да, Game Boy. Значит, вторая работа. Переключаем на компу-машину. Я вынужден был использовать внешние силы, чтобы оцифровать с Game Boy звук, чтобы он был нормальный, а не как обычно. Так, и следовательно, если бы я мог переключаться. О, что-то тут нажали туда-сюда. Но не работает все равно. Вверх-вниз на моей клавиатуре стой не работает. Так. Хаус-бас. Да какая разница? О, Господи, нет. Тут что-то там сразу со всех сторон куча советов. Блин, она теперь хочет это. Придется кликнуть галочку. Ну ладно, давайте. Не зря же нам рекомендуют эти же настройки. Немножечко демосцен от Microsoft под Game Boy. Да, работа была выполнена, как мы видим, для LSDJ 844. Использовался вот даже какой-то инструмент для спича. А по правилам я не помню, можно ли было в Chiptune Music спич, например. Ну ладно, давайте дальше пойдем. Если что, преселект комитет получит свой бонус. Итак, работа номер 3 – Color Bleeding by Hazard of Fantasy. Давайте попробуем. Это будет не Spectrum, к сожалению. Точнее, даже как сказать, не то, что к сожалению, а мы покажем эту работу в Vortex-трекере, в котором она написана.
Где-то тут Vortex Tracker надо еще найти в интернетах, скачать. Так, открыть. На самом деле, видите, демосцена — это очень просто. Скачиваешь программу, говоришь «да, да, да», поставься. И хоп-хоп. Так, какая там у нас вторая, какая у нас работа? Сейчас я открою справку. Итак, Color Bleeding. На самом деле для платформы ZX Spectrum, но используется, как мы видим, Vortex Tracker, причем сразу два, то есть это Turbo Sound трек. Ну, начнем. А это само должно запуститься? Ой, не-не-не, как-то не так надо запускать. А вон сверху кнопки, они не сработают? Какие? А вот это? Которые там play, не play, но они заблокированы, disabled. Я прошу прощения. Так, давайте попробуем еще раз. Тут как в гигаскрине, в графике, да. Потерялись у нас половина звуков. Да-да-да, это значит Turbo Sound. Как же играть-то Turbo Sound правильно из этого редактора? У нас всегда есть план Б — играть MP3, но это как-то несерьезно, да? Так, play from start. Все, это был не Turbo Sound. Thank you.
Три минуты уже наверняка прошло. Трек очень хороший, запоминается. В голове откладывается. Итак, переходим. Это был трек номер три. Переходим к четвертому треку, который написал EA. И тоже в Vortex Tracker 2.5. Но мы будем демонстрировать его со спектрума. Это не те дроиды, которых вы ищете. Так, сейчас переключимся в режим... Мы переключаемся в режим ZX Spectrum Next. Настоящий ZX Spectrum, как мы видим. Возможно, он не такой эволюционный, но он прорывный, прорывный. Вторая папка нас интересует, да. Нас интересует чиптюн. Чиптюн. И нам нужен 711-й. А у тебя вообще нету 711-го? Нету 711-го. Тогда переключаем на компу-машину. Я прошу прощения, вот, значит, будем продолжать. Так, и главное сейчас, чтобы не совершить ту же самую ошибку, как я сделал в прошлый раз, это просто закрою. Это очень просто, можно легко на своем собственном компьютере делать такие вещи. Так, 4CC тут чего-то. Тут, кстати, тоже его нету. А как такое возможно? Да, мы можем. Мы сейчас переключимся обратно на слайд, и, используя интернет. Вот, мы скачиваем PT3 файл. PT3 файл. Только мы не там скачиваем его, мы не можем там его скачать. Вот в чем проблема. Ну ладно, давай, переключай тогда на компу-машину. Поскольку у нас нету второго монитора, мы вынуждены делать все. Вообще просто все. Да, у нас все реал-тайм. Реал-тайм такой. Сейчас мы будем логиниться под моим логином здесь. Вообще класс. Как мы можем скрыть изображение, блин? Что я же не увижу ни хрена здесь. Ну вот из стрима решили убрать. Логин, между прочим, unsuccessful. Уже поменяли на самом деле. Вот в чем дело-то. Пароль уже поменен. Ну что-то вот, судя по паузе, есть такое подозрение, что ни хрена не работает. Так, нам нужна флешка, или мы можем прямо вот с этого скринза, наверное, ее в другом окне и открыть. Буквально несколько секунд, пока компьютер проснется и поймет, что от него нужно совсем другое. Вот меня снова выбросило. Итак, четвертая работа в конкурсе Chiptune Music. We'll be right back.
Так, это была четвертая работа в конкурсе Chiptune музыки. Так, пятую работу мы все же должны иметь возможность прослушать с реального компьютера. Давай переключим. Итак, работа номер 697. Так, 697. Последняя, да. И вот ПТ-3. Надо погромче это, конечно, в зале. Итак, мы прослушали пятую работу. Переходим к следующей. Шестая работа нас ждет. Memories Still Losing. Давайте вернемся к спектруму. Ее, кстати, тоже нет. Нет, у меня 703. Тогда, значит, играем. Итак, работа у нас по какой-то причине оказалась снова особенной, и мы вынуждены ее проиграть по старинке. Что, где-то картинок нет вообще? Это... Какие могут быть у музыки картинки? Я что-то вообще не знаю. Я не знаю. А? Потом пишут, что говна. Что? Куда она скачалась? Download, загрузки.
с этапом, сказал, хочу. Что ты говоришь? Прямо миди, вон. Там он мигает. Внизу мигает, надо. Настройки. Итак, сейчас мы уже с секунды на секунду. Это тоже спектрум. Шестая работа. Так, это была шестая работа под ZX Spectrum. Мы переходим к демонстрации седьмой работы. Надеюсь, снова попробуем Spectrum, потому что все-таки хотелось бы. Работа Split Minds 687. Так, она есть. Вот есть. Это она есть. Да. PT3. Погодите. Тут должно быть 6-канальный турбосаунд. Он умеет? Я думаю, да. Подожди, может, нет. Так, давайте секундочку. Активируем турбосаунд. ZX Spectrum с турбосаундом. Так, есть. Ты видишь здесь опцию? Вот она. Турбосаунд, yes. Так, написано. Нет, сейчас снова написано. А вот теперь yes. Так. Ну все тогда. Так, пробуем еще раз. Так. Активировался турбосаунд. Смотрите, как это просто. Турбосаунд определенно присутствует. На самом деле нас автор просит во Vortex запустить данную работу. Хорошо. Окей, переключим обратно на слайды. Мы на самом деле сделаем по-другому, потому что Vortex, ну я не знаю, насколько свеж Vortex трекер на этой машине, на которой я запускаю.
Но на самом деле я рад, что мы сможем все-таки послушать ее в том виде, в котором хотел автор. Переключи на компо машину. У нас очень много разных мест, где можно это все посмотреть. Так, на чем мы остановились? 687, нет? Split Minds. Спасибо за вавку, Scalesman. Спасибо. Так, это была 7-я работа в конкурсе Chiptune музыки. Обязательно голосуйте. Надеюсь, у всех есть доступ к голосованию. Вот тут нам с полей совещают, что после того, как лайв-воутинг заканчивается, они не могут проголосовать. Мы проверим, что именно не так. Запрограммируем, так сказать. Следующая работа — «Рваный шум». Так. Моно. Стерео, но. Просят но стерео. Прилагаемая вавка уже слегка стерео в режиме раскладки канала. Я что-то... Так, ладно, я запущу вавку, потому что... Не хочется сделать неправильно, когда такие инструкции в 0 часов 15 минут, как бы я не готов воспринимать. Так, прослушаем работу «Рваный шум». Так, давай попробуем на компо машину переключить. Может быть, там уже есть, и мы зря напрягаем. Так. Turned noise. MP3. Смотрите вообще.
Спектрум.